И всем привет, ребята, с вами Егор, и это вторая ночь в игре Five Nights at Freddy. Сегодня у нас будет этим всем наблюдать Макс Гол. И сегодня мы с вами играем вторую часть на Five Nights at Freddy's. Первая серия, она довольно-таки хорошо зашла, за буквально за пару часиков вы набрали очень много лайков. Все есть, так что всем большой респектосик. А и сегодня с вами пятничный вечер, это будет вторая серия. Так что завариваем печнюшки, кушать чаек. Все неправильно сказал, ну что ж, начинаем. Все, началось. Привет, привет. Тихо. Ну, если ты слышишь это, значит ты второй день на работе. Поздравляю. Я не стану отнимать у тебя много времени, так как Фредди и его друзья становятся активнее с каждым днем недели. Было бы неплохо проверить камеры в то время, пока я говорю, просто чтобы убедиться, все ли на своих местах. Знаешь, факт в том, что Фредди чаще всего не сходит со сцены. Я слышал, что он становится более активным в темноте. Ну, я рекомендую тебе давать поменьше энергии. Договорились? Я не могу не рассказать о том, насколько важно освещение за дверью. Ребята, вам, наверное, не слышно, что говорит Фонгайн. Я вам скажу, что я в ту ночь проходил, начинал. Ну, там что важно, он сказал, что типа, не будет тратить во время, потому что... Что-либо камера, попробуй вас... И это так по тактике, что нужно максимально быстро щекать камеру, через будет там чика. И камеру, помнишь, смотрел прохождение, нужно типа вот так вот делать. Что кажется, ничего нету. Когда камера находится в отключенном состоянии довольно долго. Я вот по камере смотрю, что происходит. Что он не любит много внимания. Сам не знаю. В общем, у тебя по-любому все под контролем. Я смотрю, поговорим с тобой позже. Могут, просто я там по камере смотрю, если чика там появится, то я все быстренько сделаю. Блин, почти 3 часа. Вообще то, что мне не приходит там только лучше, просто страшно, понимаете, типа, а что они не приходят, потому что там идешь, что там сейчас ночь. Я испугался. Фокси, смотрите, есть такой прикол тактики в том, что типа из-за того, что я слишком часто смотрю по камерам, Фокси вообще не выйдет. Скорее всего. 350% это отлично. Чика часа в 4 придет, кстати. Но пока у нас ничего не происходит, ребята, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчики, потому что активность нужна. 8 лайков это следующая серия, потому что прошлая серия у нас просто там мега-мега жестко стрельнула. Очень много лайков относительно других моих роликов. И пишите, что какие игры вы хотите видеть на моем канале, потому что ну, это очень-очень важно. Возвращаемся к ролику. Я так буду. Блин, что-то у меня уже пальцы начинают. Сейчас я умру. Три часа ночи еще. Все плохо, потому что Бонни еще стоит там. А у меня сон ушел. Сейчас Чика придет, скорее всего. Напряженно. Очень напряженно. Да вообще, мне вообще сердце просто нереально. 28% у нас остается. Ну смотри, 4 часа ночи, они тратят довольно-таки медленно. В смысле, там будет, смотри, там секунд, нам Фредди даст, там придет Фредди, он будет нас убивать. 5 часов ночи. Не, она придет, она еще может прийти, скорее всего, она еще придет. Вот она сейчас придет, скорее всего. Не, еще, я сижу. Я все знаю. Я контролирую. Может, она сейчас там придет.
Возможно. Пошел! Вот так вот, ребятки. И КЕ хорош. О, это было очень страшно. Я думал, что не пройду, если честно. Я сейчас сразу дверь закрою, чтобы меня там не убили. И я... Третью ночь, ребята, смотрите. Наберем, давайте, 9 лайков. А может лучше даже 10, чтобы вышло. Третья ночь, ребята. Это было очень страшно. Там где-то, не знаю, сердце где-то в пятках осталось. Ну что ж, ребята, по итогам очень интересная, крутая серия. Много лайков в следующий выпуск. Вы меня очень сильно мотивируете. Пишите в комментариях, какие игры вы хотите видеть на канале. Ну что ж. Сам был Егор. Это была игрушка FNAF. Удачи и... Пока-пока!